Всем привет! Я сегодня сеяла перчики, баклажанчики. Вот, сеяла я в этом году на убывающую луну. Я обычно сею вот это в это время, потому что у меня, когда я в мае уже высаживаю, у меня на перчиках уже цветочки. Вот, мне кажется, если посадить в этом году на растущую луну, будет поздновато для перчика. Ну, я решила вот сегодня посеять. Я сходила в наш магазин, купила землю и, значит, посеяла перчики и баклажанчики. Сейчас я их накрыла целлофановым мешком. И, значит, где мешком, где, в общем, крышечкой. И поставила их не на подоконник. У меня они стоят где телевизор, возле телевизора. Вот, значит, перец вот такой вот большой куш красный болгарский, перец сладкий. Вот он, значит, крупные толстостенные плоды, прекрасный вкус и аромат. Вот, еще, значит, взяли вот такой вот перчик. Мишка на севере. Вот. Потом, значит, взяли вот такие баклажанчики. Бомбовоз. И еще вот эти. Вот я много не буду сеять. Посею только вот эти. И все, больше не буду сеять. Вот. Купила, значит, землю. Вот земля. Ну что, будем сеять. Значит, я... Перчаток у меня нет. Я руками. Значит, вот так вот достаю землю вот из пакетика. Вот. Написано грунт для рассады. Вот, в общем, вот я купила такой грунт в нашем магазине. У нас его, правда, дороговато продают, но мне неохота его нести из города. Тяжело, у нас машины нету. Приходится вот так вот пользоваться. Вот. Ну, я думаю, хватит, наверное. Значит, я вторую сейчас наполню. Вот так вот. Я уже посмотрела, семена отрезала. Вот. Грунт такой вот сыроватый, не сухой. Вот. Немножко тут испачкаю. Ну что, потом вытрем все это. Ну, думаю, хватит, наверное. Так. Так, сейчас я делаю бородочки. Вот. И буду сеять. Не знаю, хватит сюда, нет. В общем, сейчас посмотрим. Я обычно вот так сворачиваю и делаю бородочки. Ну, что-то всего 4 бороздки получается. Вот. Теперь здесь. Не знаю, наверное, придется еще, не хватит. Это, наверное, на что-то одно только. Ну что мы сюда будем сеять? Сюда мы, наверное, посеем перчик. Вот. А баклажаны придется еще что-то искать. Вот. Вот так вот. Сейчас я достану семена. Значит, семена я купила вот такие. Дочь ездила в город. Оттуда привезла мне вот такие вот баклажанчики. Это значит баклажан и бомбовоз, и баклажан. Это F1 Бернар. Вот, среднеспелый без горечи. И баклажан бомбовоз.
Обычно я уже вот открыла, посмотрела, сколько здесь штучек. Вот, а перчик вот такой, значит, это перец мишка на севере и большой куш. Вот такие вот мы взяли семена. Сейчас я буду их сеять. Это вот семена мишка на севере. Вот я из пакетика достала. Я ничего не замачиваю, потому что это... Ну, сейчас семена, если они хорошие, они вырастут нормально, зайдут. Вот так вот где-то я... Потом все равно пикировать надо будет. Вот, даже можно, наверное, поближе его посадить, чтобы они друг дружку не мешали. Все равно потом это все будет пикироваться. Вот. В общем, я почаще посажу, чтобы у меня этот сорт залез в эту плошку. Вот. Ну вот где-то вот так вот я вот посеяла. Сейчас я вот их присыплю земелькой и пролью. Дырочку у меня здесь нет, потому что я дырочки никогда не делаю. Вот, в общем, вот так вот я сажаю. Вот. Я хотела сначала пеленки посадить, но что-то передумала. Два или три дня думала, все не решалось. Мне как-то они неудачно вышли один раз, и все, я больше не стала так сеять. Вчера еще посмотрела нашу дачу, нашу пензенскую. Вот, и в общем это. В общем, вот так. Сейчас полью. Один сорт я посадила. Это у нас мишка на севере. Сейчас я подпишу. И вот подписала баночки свои, число поставила, и здесь также. Здесь плохо видно, но вот на свет, если здесь, можно разобрать. Вот, в общем, я вот сейчас открыла пачечку, большой куш с перцем. Вот, и в общем, вот этот перец, семена, они намного вот лучше. И, значит, крупнее. Ну, может быть, то, что перец крупный. Вот мы точно так же сейчас посею. Вот. И, в общем, это... И полью. В общем, вот так вот я разложила. Сейчас я, значит, присыплю земелькой. Ну, можно вот отсюда взять, присыпать. А можно просто... Ну, вот этот... Как эту плошку я, значит, вот так присыплю. Вот. И сейчас полью, закрою и поставлю теплое место. И буду ждать, когда они у меня зайдут. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Вот. Уже пора сеять. Помидоры я буду сеять в марте. Они очень быстро растут. Они растут быстрее намного, чем перец с баклажанами. Поэтому я их сейчас сеять не буду. Я не показала, как я полила, но я баклажанчик это посею и покажу. Я, в общем, вот этой штуковиной поливала. Вода у меня вот стояла в баллоне. Я когда-то у нас воды не было, я вот наливала все. Ну, в общем, такой отстойной водой полила. В общем, вот так намочила. Сейчас одену сюда. Здесь у меня крышечка есть. А сюда сейчас я одену. Вот некоторые открылись, я их закрою. Вот, а сюда я просто крышечку накрою. Вот, а сюда одену просто целлофановый мешок, одену сюда и поставлю. Вот. Для баклажан я нашла вот такую посудину. Это был лист для пирогов, такая форма.
Ну, она у нас вот, видите, что вот это вот верхний слой сошел, и он начал ржаветь. Я не знаю, что за покрытие тут было, но, в общем, готовить я в нем не готовлю. И я решила, значит, посеять сюда баклажанчики. Сейчас я насыплю землю и буду сеять. Одной рукой, наверное, долго будет. Я сейчас распределю и буду сеять баклажанчики. Вот. Вот сюда я посею баклажанчики, и придется мне ее закрыть пищевой пленкой, потому что она большая, широкая. Вот так вот я сею. Сейчас, правда, луна убывающая. Я обычно сажаю, когда луна растет. Ну, что-то думаю, расти она будет после 17-го. И что-то мне кажется, будет уже поздно. И я решила все-таки сейчас на убывающую луну это все посеять. Вот. Ну, в общем, так вот сейчас я распределю семена. Не буду я делать луночки, а потом просто сверху засыплю и все. Это мне не понравились. И земля такая, что лунки не сделаешь. Она тут что-то какие-то. Вот. В общем, вот так вот. Вот я вот так распределила земельку. Сейчас положу сюда баклажанчики. И, наверное, два сорта сюда влезет. Присыплю землей. Вот. Такая вот у меня форма. Хоть сюда, но она пригодилась. Вот. Ну, вот так вот. Сейчас я семена разложу. У нас вот Бернар F1. Вот. Здесь 1 грамм всего лишь. Вот. А там 3 грамма, там побольше. Вот. Одной рукой неудобно. В общем, у меня получился один ряд. Вот Бернар F1, там 1 грамм у меня был. И значит, и вот все остальное я бомбовозом засеяла. Вот, в общем, вот так я разложила семена. Теперь я, значит, вот так вот их присыплю. И потом полю. Я отметил, потому что у меня это не все место занял. Я вот отметил, от, где. Вот здесь первый ряд у меня идет один сорт. Я вот подписала сбоку. Вот. И здесь я тоже подписала сбоку. Вот я тоже подписала. Не знаю, видно, нет. Ну, в общем, это подписала. Вот, сейчас я присыплю. Вот я приготовила водичку и полью. Поливать я буду на руку лить поливать. Я так поливала перец. Не знаю, как вот вам показать. Вот, сейчас, в общем, ну, вот так вот я присыпала. Сейчас полью. Закрою пленкой пищевой. Ну, вот так где-то. У меня отметины тут стоят. Вот. Сейчас тут полью. Пролью. На руку так неудобно. Вот. Вот некоторые вышли, я сейчас их закрою. Ну все, наверное, я не буду больше поливать, уже все мокро. Сейчас просто закрою пищевой пленкой и все.
все пролилось. Вот, даже рукой чувствуется, что мокро. Все, больше не буду я. Вот я накрыл пищевой пленкой. Вот так вот у меня получилось. Вот. В общем, сейчас переставлю куда-нибудь тепленькое место. И будет стоять. Половина вот у меня не посеяна, потом я что-нибудь сюда посею. Половина вот я засеяла. Ну, теперь будем ждать сходов. Всем пока-пока.